Сегодня в программе. Я услышала, как он говорит: сейчас, я на ребенка переведу. И тут меня видит. И начал мне врать, что это его сестра, что он помогает ей с ребенком. Я просто успела выхватить телефон. И я сейчас позвоню этой сестре. И он мне все рассказал. Анастасия Гришакова – успешный врач-косметолог. В речном круизе встретила свою любовь. Андрей работал на корабле аниматором. Анастасия страстно мечтает о ребенке. Ей уже хорошо за 30, а Андрей, который младше Насти на 8 лет, все время просит ее подождать. Женщина устала ждать и решает развестись с Андреем, которого на самом деле очень любит. Дмитрий Григорьевич, я понимаю, что вы любите какую-то женщину, но у вас есть ответственность перед детьми. Вас не смущает, что за деньги другого мужчины кормятся ваши дети? Вероника Образцова просит развести ее с мужем, утверждая, что никогда его не любила. Женщина очень надеется обрести счастье, ведь сейчас она сошлась с любовью своей юности, Дмитрием. Нику не смущает, что ее избранник женат и у него две дочери. Она все готова бросить на алтарь любви. Никакие увещевания и доводы рассудка не работают. Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Гришаковой Анастасии Витальевны к Полухину Андрею Евгеньевичу о расторжении брака. Ответчик против расторжения брака возражает. Выдвигает встречный иск о разделе совместно нажитого имущества. Квартиры площадью 70 квадратных метров стоимостью 18 миллионов рублей. Зарегистрированы вы в браке 3 года, детей у вас нет. Анастасия Витальевна, назовите суду причину развода, пожалуйста. Больше 3 лет назад я с подругой в отпуске поехала на теплоходе по рекам путешествовать. А Андрей там работал аниматором детским. И я смотрю, думаю, красавец, статный. И дети просто, они его не отпускали, они везде с ним ходили. Думаю, боже мой, повезло же вот его жене такого мужа иметь. Это моя мечта была просто. А потом мы познакомились случайно, и выяснилось, что Андрей не женат. И, ну, честно, я влюбилась сразу. То есть все совпало, как хотелось. И мы близки стали до прям той поездки. Потом, когда я вернулась в Москву, Андрей ко мне приезжал между рейсами, и он сам из Твери. А потом в сентябре сказал, я нашел работу в агентстве с праздниками, как раз-таки с детками, и он переехал в Москву в общежитие. Ну, мы поженились, ну, как я могу? У меня просто своя двушка в Москве, и, конечно же, ну, какая жизнь, что мы... Я его забрала к себе. И только как только мы стали жить вместе, я говорю, Андрей, я хочу ребенка. У меня просто время идет, я не могу так просто уже. Он говорит, а я пока не хочу. Я не готов. Просто... Но он как-то объяснил свое нежелание? Я вообще не хочу? Или я вот именно сейчас не хочу? По какой причине? Понимаете, он меня на 8 лет моложе. Вот. Ему как бы в 25 лет, когда мы познакомились, мне было еще 33. Ну, как бы, конечно, 25 лет еще вроде как такой не возраст для мужчины. А сейчас мне уже 36. И он сказал, давай поживем сначала просто вместе. А потом сказал, я вообще не хочу стать отцом. Но вот полтора года назад он... Согласился, спасибо, я говорю, буду, окей, давай заводить ребенка, но давай тогда только квартиру сделаем побольше, чтобы была спальня, чтобы была нормальная семейная жизнь, чтобы у ребенка было отдельно, а не как-то вот уютиться в двух комнатах. Но он же понимает, что вам нельзя медлить, нельзя ждать, пока будут сделаны ремонты, пока еще что-то. Организм такой. Ну так да, я пыталась ему говорить, и в итоге все равно пришлось... уступить, да, и я продала свою двушку. Мне там от бабушки еще однушка оставалась, я это все совместила и купили трешку. Вот, но все это все равно не повлияло никак на него, то есть это было настолько странно, и еще полгода назад я узнала, что, оказывается, у него есть ребенок, понимаете? То есть, получается, от кого-то ты ребенка хочешь, а я что? Чем я хуже? Настя, вот не плачь ты. Настя, я люблю тебя, прекрати. Ты мне сердце разрываешь. Да. Ваша честь, не надо нас разводить. Скажите, пожалуйста, Анастасия, как вы узнали о том, что у него есть ребенок? Это было случайно. То есть он сам вам этого не говорил? И не сказал бы, если бы я тут разговор телефона не услышала. А кто вам рассказал? Телефонный разговор. Я услышала, как он говорит, сейчас, я на ребенка переведу. И тут меня видит. И начал мне врать, что это его сестра, что он помогает ей с ребенком. Я просто успела выхватить телефон. И говорю, я сейчас позвоню этой сестре.
И он мне все рассказал. Его сын в Твери живет с мамой. И он все это время молчал, не говорил ничего. Я не понимаю, знаете, как у мужчин дети не всегда запланированно получаются. С этим надо смириться и не особо на это обращать внимание. Вот у меня, конечно, вопрос. Андрей Евгеньевич, а почему вы не хотите ребенка? Ваша честь, я... Вы понимаете, что если вы любите женщину, то вы должны поддерживать ее желание иметь детей. Конечно, я это понимаю, Ваша честь. И поймите, что у меня в данный момент не такая большая зарплата. Я просто... Да, я скрывал, что у меня есть ребенок, я виноват. Я знал, что ее это обидит. Но я просто сейчас не потяну двоих детей. У меня мальчик живет в Тверской области с мамой, ему 4 года. Я с ними не общаюсь. Почему вы скрыли, что у вас есть ребенок? Ваша честь, да, ну, по сути, я боялся. Я хотел, чтобы в дальнейшем все открылось. Сейчас хотел заняться делами, встать на ноги, в конце концов, открыть свою компанию. Ну, ты 3 года мне это говоришь уже, Ваша честь. Дело в том, что у меня есть подруга, Вера Крайнова, она мне часто говорила, что это не любовь, это все по расчету. Твоя. Я не верила. Дело в том, что, Андрей Евгеньевич, вот не вяжется. Вы выдвинули встречный иск о разделе квартиры. Вы планируете ее разделить. И при этом говорите, что я очень ее люблю, хочу, чтобы она была со мной. Да, Ваша честь, я в первую очередь не хочу разводиться, но если все-таки нас здесь разведут, то я считаю, что я имею право на половину этой квартиры, потому что она была куплена через 1,5 года после того, как мы вступили в брак. То есть в нашем браке. Это совместно нажитое наше имущество. Ваша честь, это все неправда. Вот у меня документы, полностью подтверждающие то, что это только были мои вложения, мои деньги. А тогда передайте через приставы, пожалуйста. А ты мне ни копейки не дал, пока мы жили в любом вместе. Случае, совместно нажитое имущество, Настя. Это не совместно нажитое имущество. Ну вот если нажито, оно совместно, разберемся. А если за чужие деньги, то это надо учитывать, конечно. Ваша честь, я как раз говорила про Веру, подругу свою, она мне говорила, что говорит, это все вранье, что он не любит тебя, это просто расчет, простой, Вера банальный твоя. Расчет, как у всех альфонсов. Пожалуйста, пригласите мою подругу, она подтвердит, что это не беспочвенные слова. Хорошо, давайте выслушаем вашу подругу Вера Александровна Крайнова. Зачем Веру-то сюда еще привела? Крайнова Вера Александровна, да. Пройдемте в зал сюда. Здравствуйте, Вера Александровна. Вы пришли поддержать свою подругу в ее желании расторгнуть брак. Да, да, Ваша честь. Я считаю, что этот брак нужно расторгнуть. Почему вы тоже так считаете? Ну, вообще он был ошибкой. И изначально к этому браку я, можно сказать, даже руку приложила. 3 года назад, когда мы были в круизе вместе, Полухин вначале ко мне подкатывал. А потом увидел кольцо и такой, вот как сразу красивая, так сразу женатая. Ну, а я ему с дуру ляпнула. Я говорю, у меня подруга есть, красивая, молодая, не замужем. Он в этот же вечер начал к ней подкатывать, начал расспрашивать, а чем занимается, где работает. Она работает косметологом, а я ей ляпни, что главврач. У того просто глаза загорелись, все, наверное, уже представил, как он в Москву переезжает. Ну, а та в тот же вечер и влюбилась, начала уже говорить, что все, я хочу от него детей, хочу за него замуж. Поэтому, конечно, их нужно развести. Ну, у вас есть какие-то сомнения в искренности его намерения? Абсолютно. Он всегда знал, что у Насти 2 квартиры в Москве. И я думаю, это изначально было его целью – переехать в Москву, развестись и получить большую долю от квартиры. А потом ситуация была. Я как-то была у них в гостях. Они еще не были мужем и женой. Тогда только жениться собирались. Я говорю, ну все, я пошла домой. Полухин такой, подождите, мне еще надо 2 звонка сделать по работе. Но я не послушала их, пошла в туалет. Слышу на кухне, он кому-то говорит, да-да-да, потерпи, все будет хорошо, я тебя люблю, обещаю. Я ей сказала, она лишь только засмеялась, сказала, что я все это придумала. Да я... Опять эта история. Опять эта Настя, история? Меня знаешь, как потом допрашивала? Ваша честь, у нас в компании есть такое правило. Если мы ребенку устраиваем праздник не в сам день рождения, а когда-то после, то именно в этот день нужно ему позвонить, поздравить его, сказать, что будет праздник, будут его ждать сюрпризы. Ну да, да. И там ребенок, он говорит, там такой лапочка, то, да, я подожду, говорит, ты любишь конфеты? Я говорю, конечно, люблю. И так далее. Ничего конечно, такого там конечно. Не было. Настя знает опять это прекрасно. Вранье. Опять ну, вы из какого-то телефонного разговора делаете выводы. Ну, суд не может так поступать. Ваша честь, он вообще ни рубля домой не приносил. Ни рубля. Он очень получает хорошо. У меня как-то раз подруга заказывала детям день рождения у него. Так вот, 50% только со всего праздника он забирает себе, а все остальное раздает.
Так и что думаете, она ни разу деньги дома не видела. А где деньги? Ладно, потом она узнала, что он сыну помогает. Ну да, у него есть куда деньги тратить, получается. Но он даже хлеба не купил. А где остальные деньги, копишь? Да я знаю, Настя знает прекрасно. Я уже говорил, что я откладываю деньги на то, чтобы открыть компанию свою, чтобы у нас были деньги потом, чтобы, на которые можно содержать и семью, и ребенка. Поэтому даже хлеба хоть двоих, домой не покупаешь. Хоть двойню, хоть тройню, Настя, сколько хочешь. Да ты три года мне это говоришь. Ты 3 года мне это говоришь. Только дело в том, что я устала это все слушать. Я просто разводы. Я, конечно же, категорически не согласна с разделом имущества. У меня есть человек, который готов меня ждать, который хочет быть отцом и ничего не обманывает, ничего не скрывает. Я Анастасия могу... Витальевна, вы тогда должны были сразу сказать суду, что причина развода в том, что у вас есть другой мужчина. Вот это серьезно, вот это надо рассматривать. Ну как есть, понимаете? Просто это возможность для меня, понимаете, может, вообще мой последний шанс. И я не хотела говорить никому, ну, счастье любит тишину, понимаете, я не знала, как будет дальше. А какой мужчина? Ты мне говорил, что ты любишь только меня, я не верю тебе сейчас. Ну, любила, а теперь разлюбила, все. Настя, давай закончим это все, не будем разводиться, я люблю тебя. Я прощу тебя, если у тебя была какая-то интрижка, черт с ним. Давай это все забудем. У меня есть человек, который сейчас придет и расскажет всем здесь, как я люблю свою жену. Он прекрасно знает, мой прекрасный друг Иван Береговой. Можно его пригласить к нам, пожалуйста? Ну, вы имеете право приглашать друзей, да, мы выслушаем. Берегового Ивана Григорьевича по ходатайству ответчика приглашаем. 25. Иван Береговой, пройдемте зал сюда. Привет. Жалко, что я тебя не послушала. Я тебе сразу сказала. Иван Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Пришли друга поддержать? Да, совершенно верно. То есть вы считаете, что брак надо сохранять? Ваша честь, я считаю, что брак их сохранять не имеет никакого смысла. Чего? Вань, ну, ты... Андрей, давай по правде. Ты не хочешь иметь детей, и я знаю, почему ты не хочешь иметь детей. И почему ты Насте об этом деле не рассказывал никогда, ваша честь. Дело в том, что у него есть ребенок, который, ну, с генетическими отклонениями, то есть по мужской линии. И поэтому он боится, что впредь его дети будут с этими болезнями, он не хочет с ним мучиться. А Насте он об этом не говорит и просто делает ей мозги, понимаете? А вместо того, чтобы просто дать ей либо быть счастливой, либо... Ну, отпустите ее, как минимум. Вы тоже медицинскую тайну не имеете права распространять. Чем ты здесь? И тем более непроверенные сведения. Потому что сколько может уже тянуться просто? Андрей, почему ты мне не сказал? Ну, я столько времени потерял. Ну, тут что за эгоизм? Что я тебе сделала? Я боялся просто. Ну, я боялся, что ты сразу от меня уйдешь. Я люблю тебя. Я знал, что, ну, если ты это узнаешь, ты уйдешь. Я в дальнейшем хотел тебе рассказать. Мы бы сделали ты ЭКО от какого-то, блин, здорового донора. Ну, в конце концов, усыновили бы ребенка. Почему ты мне не сказала сразу? Неужели ты думаешь, я бы не помогла твоему ребенку, а? Да с моими связями в медицине в Москве мы бы пристроили в хорошую клинику. А ЭКО бы я сделала еще 3 года назад. Ну, куда я время трачу, а? И вообще, я не понимаю, почему твоя бывшая, почему она не сказала, что ребенок-то ваш нездоровый? Что? В смысле, моя бывшая? Ты общалась с ней? Конечно, общалась, мой дорогой. Я скопировала номер телефона и аватарку видела в твоем номере. И я видела, как вы в кафе встречались. И ты целовал ее. Нежно, в щечку, Настя, любовно. Она приезжала в Москву, чтобы записать ребенка на консультацию. Да я просто врешь. Передал ему подарок, потому что увидеть не могу. Ваша честь, все. Он все врет. Больше ничего. Она живет здесь 3 месяца, и ты оплачиваешь ее квартиру. Ваша честь, пожалуйста, пригласите эту Елизавету. Ложь на лжи. Хорошо, если вы считаете, что это имеет отношение сейчас к вашему именно бракоразводному процессу, то суд готов выслушать Старцеву Елизавету Борисовну. Старцева Елизавета, пройдемся в зал суда. Потом они все будут претендовать. Здравствуйте, вы Елизавета Борисовна? Да. Скажите, пожалуйста, вы ранее состояли в браке или у вас ребенок? Вот просто... У нас вот общий ребенок с Андреем. Без брака, да, вы в браке не состояли. Общий ребеночек, да? В общем, ваша честь, я считаю, что их нужно развести с Анастасией, потому что, ну, он женился на ней по расчету.
А у нас с ним любовь была. Ну, сына я ему родила, Егорушку. Вот. Потом почему вы считаете, уехал, что вы сына родили, а у них брак по расчету? А может быть, и не по расчету. Вот он в суде утверждает, что он очень любит свою супругу. Ну, он потом в Москву уехал, как бы понятно, что на заработке. Позвонил мне, сказал, что женится. И для меня это тогда действительно было ударом. Я не понимала, почему. А потом он мне сказал, что все это специально, что все это для нас с Егоркой, чтобы там потом нас в Москву перевезти, чтобы в Москве обосноваться, там денег подзаработать. А, как ты ее там назвал-то, господи? Трамплин. Трамплин для прыжка в лучшую жизнь. Вот так он ей сказал. Молодец. Я, значит, просто трамплин. Ты, Настя, кого люблю, ты слушаешь? Люблю, называется, а? Настя, кого ты слушаешь? Да мало чего я этой дурище говорил. Дурище? Скажите, пожалуйста, подождите. Давайте сначала важные вещи, а потом сплетни. У вас ребенок действительно болен? Да, родился больным Егорка, вот, к сожалению. У него генетическое заболевание? Да. Вот, по мужской линии? Да, я еще помню просто, что вот мама Андрея очень хотела внуков увидеть. Умерла, к сожалению, вот когда я с животом ходила. Андрей всячески помогал, деньги присылал, да, и я просто ждала действительно, когда он уже разведется с ней. Мы сейчас, если нас не разведут, то я заберу у тебя ребенка, и мы здесь ребенка? Его вылечим. В Москве это можно будет сделать. Тем более у нас есть связи. Я очень благодарен своей жене, что она в этой ситуации, когда узнала, понимает и поддерживает меня. Я просто не думал, что так будет. Я не отдам тебе сына. Поэтому дошло до этого. Андрей, ты не имеешь права, я не отдам это тебе Егора. Это будет для него лучше. Я не отдам тебе ребенка. Посмотрим. Ты не имеешь права его забирать у меня? Вообще никакого. Ваша честь, скажите ему. Ну нет, ну вы не волнуйтесь. Действительно, вашего ребенка у вас никто без вашего согласия не отберет. Но в случае, если отец ребенка женился, хочет ребенка забрать в свою семью, то это решается с органами опеки и попечительства. Это отдельный абсолютно процесс. Предоставляются документы. И тогда суд будет выносить решение, прежде всего, исходя из интересов ребенка. Например, если ваш супруг действительно может ребенка вылечить, оказать ему серьезные медицинскую помощь, и это будет влиять на здоровье ребенка, тогда суд это учтет. Не забирай у меня сына. Не нужно ему никакое лечение. Он со мной должен быть. Понимаешь, что ему нужна медицинская, нужна помощь. Ему да не нужна ему медицинская помощь. Здоровый он! В смысле здоровый? Ты меня столько времени обманывала? Нет, ну подождите, ну как вы говорите здоровый? То у вас ребенок тяжело болен, а как стоит вопрос, что он уедет в другой город на лечение? Слушайте, да наврала я ему все. Это мне мама сказала, что ты когда в Москву уедешь, ты не вернешься потом. Нашел себе эту фифу столичную. А провинциалочка тебе тогда зачем? Вот я и сказала все это про генетическое, чтобы ты не уезжал, чтобы ты вернулся к нам потом. И мама мне еще сказала, что ты потом детей не будешь заводить, бояться. Тогда Егорке больше достанется. Она потом справку сделала, она же в больнице работает, чтобы просто заболевание это было чем-то подтверждено. Я хотела, чтобы ты вернулся. Господи, да не вернусь я к тебе прости, никогда. Пожалуйста, да как тебя простить-то можно вообще? Я как лучше хотела. Тебя с твоей мамашей убить мало. Вы мне 3 года жизнь портили. А мою жизнь, а? О моей жизни вы не подумали? Ну, у тебя вся жизнь впереди, ты молодая. У меня с женой могли быть дети уже здоровые, нормальные. Могли жить спокойно, не вот это все доводить. Андрей, ты нас сколько денег вы из меня вытащили? Свои санатории. Господа, подождите. Ну, действительно, спекулировать здоровьем ребенка и здорового ребенка называть больным, это бездравственно. Но у меня к вам, Андрей, простите, Евгеньевич, вопрос. А вы что, все эти годы не пытались увидеть реально своего ребенка, ваш не пытались разобраться, здоров он или нет, не пытались его лечить, все это сбросили на свою бывшую девушку, на ее маму, больного ребенка, и только им отсылали деньги. Ваша честь, конечно, пытался. Я сколько раз порывался уже поехать в Тверь, у них все время с мамашей и с ее какие-то выдуманные там истории, то там, то сям, и никак нельзя его увидеть. Да понятное ничто дело, не может остановить отца, если он хочет увидеться с сыном. Ну как я могу, если ночью я говорю, что пролезть в окно, как лечении, угодно. В закрытом там медучреждений, например, как я туда пролезу? Ну что, мне с охраной драться туда приходить? Я понимаю сейчас, что они это все выдумывали, что просто потому что если бы я увидел ребенка, я понял бы, что он здоровый и нормальный. Ничего бы этого не было. Настя, прости меня, ну ты видишь, меня самого просто обманывали столько времени. Меня держали в дураках просто. И вот эта вот история вся, я люблю тебя, Настя, давай начнем все сначала. Давай у нас будут свои дети. Сколько хочешь, двое, Андрей. Трое, все у нас получится, знаю, все Андрей. У нас будет хорошо. Я до сих пор только эту фразу в голове, что я трамплин. Я не знаю, ну давай попробуем. Настя, подожди, а как же я? Что попробуем?
Мы же с тобой договаривались, что вы разведетесь, и мы будем жить вместе. Я хоть и не красавчик, конечно, как ты, дорогой, но я готов быть мужем для этой женщины и сделать ее счастливой. Дать ей ребенка и нормально воспитывать семью. Что ты мне этого не делал? Ты 3 года только делал ей мозги вместо этого. Да ты себя своим другом моим называешь? Что? Так, так. Андрей, прекрати! Я люблю, а ты знаешь, что всех это. Андрей, так, хотел мое место занять? Пожалуйста, успокойтесь. Ты не заслуживал этого места, ты заслуживал эту женщину. Пожалуйста, успокойтесь, порядок в зале суда. Я понимаю, что вы расстроены. Андрей, у нас ничего не было с Ваней. Вань, прости, пожалуйста. Вань, а что, просил? Ты понимаешь, что он опять будет врать? Он одной врал, тебе врал. Вань, я была готова просто иметь ребенка, даже без любви, понимаешь? Я очень хотела. Анастасия Витальевна, простите, пожалуйста, вы имели в виду этого мужчину, когда сказали, что у вас есть мужчина, который хочет детей, который оценит вас по достоинству? Да. Это друг вашего мужа, да? Да. Да в отличие от тебя. А сейчас? Я тебя заботился о своей любимой женщине. Нет, выясните, давайте, потому что вы говорите, что у вас есть другие отношения, это имеет значение для дела. Отношений. Я просто обещала выйти замуж, но я хотела просто ребенка. Я хотела, чтобы я не просто жила пустоцветом, я хотела, чтобы у меня были дети, как у всех нормальных женщин. Я готова была уже без любви, но чтобы этот ребенок просто был у меня, как у всех. Хорошо, но примите решение. Вы собираетесь с другим мужчиной жить или с вашим мужем? Вы же истец. Я хочу жить со своим мужем. Я хочу иметь ребенка по любви от мужа. Прости, пожалуйста. Ну, то есть вы отказываетесь от иска? Да, Ваша честь, я отказываюсь от иска. Ваша честь, я тоже отказываюсь от иска. В этой квартире будем жить, растить детей наших. Сколько хочешь, у нас будет детей. У них уже старший брат будет. Все было бы хорошо, если бы не ты. Суд удаляется для вынесения определения. Он 3 года тебя врал, и ты до сих пор ему веришь. И куда ты сидишь? Ну, ты понимаешь, кто здесь больше всех врал? Далее в программе. Дмитрий Григорьевич, я понимаю, что вы любите какую-то женщину, но у вас есть ответственность перед детьми. Вас не смущает, что за деньги другого мужчины кормятся ваши дети? Вероника Образцова просит развести ее с мужем, утверждая, что никогда его не любила. Женщина очень надеется обрести счастье, ведь сейчас она сошлась с любовью своей юности, Дмитрием. Нику не смущает, что ее избранник женат и у него 2 дочери. Она все готова бросить на алтарь любви. Никакие увещевания и доводы рассудка не работают. Оглашается определение. Производство по первоначальному иску о расторжении брака и по встречному иску о разделе супружеского имущества прекратить. Суд прекращает производство по данному делу, потому что каждая из сторон отказалась от заявленного ею иска. Правовые последствия отказа от иска имущественного характера, то, что супруг повторно с иском о разделе спорной квартиры не обратится, ответчику разъяснены и понятны. Значит, у вас сейчас нормальная есть возможность сохранить семью. Очень хорошо, что все выяснилось. И очень хорошо, что ребенок, которого очень долго считали неизлечимо больным, оказывается здоров вполне. Приятная новость. Судебное заседание объявляется закрытым. Настя, ты понимаешь, что он опять меня обманывает? Все, давайте потом. Заседание закрыто. Давайте прошу покинуть зал суда. Пообщайся, приди хоть в себя. Поехали домой. Что за давай, иди, езжай. Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Образцовой Вероники Андреевны к Образцову Льву Николаевичу о расторжении брака, а также о разделе совместно нажитого имущества. Квартиры площадью 75 квадратных метров стоимостью 10 миллионов рублей, а также о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней дочери в размере 25% от всех доходов ответчика. Ответчик с исковыми требованиями не согласен. В зарегистрированном браке 8 лет.
Дочь у вас Диана Львовна, ей 7 лет. По обоюдному согласию сторон ребенок в случае развода остается жить с матерью. Вероника Андреевна, сообщите, пожалуйста, по какой причине вы желаете расторгнуть брак? Ваша честь, да потому что я никогда не любила своего мужа. Я все эти годы его просто терпела. Сейчас наша дочь идет в первый класс, поэтому я считаю, что сейчас самое подходящее время для развода. У нее появятся новые друзья, одноклассники, секции, в конце концов. Она отвлечется от нашей семейной ситуации. Да и не могу. Не могу я с ним жить. Он полностью в своем бизнесе. У него бесконечные бизнес-встречи, бизнес-партнеры какие-то. Потом он с ними ездит играть в пейнтбол на выходных. А если он ездит играть в пейнтбол, то, как он говорит, он вечно деньги зарабатывает. А прийти домой за полночь, так это, извините, вообще норма для нашей семьи. Да и какая это семья, когда у него своя жизнь, у меня своя. Скучно и тошно мне с ним. Да и вообще, я что, зря училась на факультете гостиничного бизнеса? Я прекрасно найду себе работу. Да и няня в наши дни – это не проблема. Поэтому мне и нужно развестись, и я буду жить на зарплату и на алименты. 25% от всех его доходов. Да, жить-то вы будете, Вероника Андреевна. Но вот что непонятно, вы когда выходили замуж, вы не любили человека, за которого выходили? Тогда зачем? Я хотела получить предложение совершенно от другого человека. Я, Лёва, Дима и Маша учились на одном курсе. Ну, так получилось, что Лёва любил меня, я любила Диму. А на выпускном Лёва мне сделал предложение, я, естественно, отказалась, а Дима по какой-то причине выбрал Машку. Потом Дима женился, стал жить с Машей. Лёва уехал в Питер. У него там друзья открыли бизнес по продаже автозапчастей, по-моему, и его туда пригласили на работу. А у меня в Питере дядя жил, и я периодически ездила его навещать. Там мы с ним, в принципе, пересеклись. Он, как обычно, ничего не изменилось, стал звать меня в ЗАГС. Но тут я призадумалась. Дело в том, что на тот момент моя мать тянула на себе брата и сестру. И мы жили просто в кошмарных условиях. У нас настолько тесная была квартира. И я, по сути, ну, положа руку на сердце, я сбежала просто замуж, потому что я уже не могла находиться в тех обстоятельствах. И банально освободила брату комнату. Потом я забеременела, мы с Лёвой купили квартиру. Собственно, эту квартиру, совместно нажитое имущество, я и хочу разделить в равных долях. Ты вот какая, 75 квадратных метров, да? Да, да. Угу. Лев Николаевич, вот ваша жена вот впрямую вам говорит, что и не любила, и сейчас не люблю. А зачем вы тогда хотите сохранить брак? О том, что любимая меня не любила, я узнал вот только что. А как вы жили, расскажите. Хорошо жили. Я работал. Полностью и сейчас работаю, полностью обеспечиваю свою семью. Каждый месяц я Нике даю 100 тысяч на коммунальные платежи, на Диану, дочку нашу. Деньги уходят за 2 недели. Куда? Она сама не понимает, куда. Просто оп и нету. То есть она не умеет распоряжаться деньгами. Даже если сейчас она получит развод, что дальше? На работу она устроиться не сможет. Связей, которые бы... Угу. Помогли ей устроиться на нормальную работу. У нее нет, это просто слова. Пустые слова. Знаете, есть такой типаж, сказочный персонаж, полностью оторванный от этого мира. Вот это моя жена. Почему вы считаете, что она не сможет устроиться? Она что, больна, инвалид, интеллектуально обделена? По-моему, вполне здоровый человек. Это по-вашему. Я знаю мою супругу лучше, чем она знает саму себя. Уверяю вас. Конечно. Помимо того, что она вот сейчас просто говорит, это не имеет отношения к действительности никакого. Ее может обдурить абсолютно любой. Но помимо того, что она как бы, ну, живет в своем мире, она еще и мать моего ребенка. Я считаю, что со времен первобытно-общинного строя в роли мужчины в семье ничего не поменялось. Обеспечивать свою семью и защищать. В данный момент я пытаюсь защитить мою жену от нее же самой. Подожди, это подожди, ошибка. Подожди. Лёва, успокойся. У меня есть украшения с бриллиантами, если ты, конечно, помнишь о своих подарках. Я могу их продать, купить квартиру на эти деньги, и мне еще останется часть на безбедное существование. А долю от квартиры совместно нажито, еще раз, на минуточку, напомню, я трогать не буду.
Я ее оставлю, она достанется Диане. Ну вот смотри, бриллиантовая моя. Во-первых, украшения – это мои вложения, это моя коллекция. Я тебе их не дарил. То понимаешь? Есть я для тебя – это бизнес. Нет, ты очередной для меня не бизнес. Ты для меня была и пока что являешься любимым человеком. То есть это не подарки, да? Это моя коллекция. Хорошо, допустим, подожди. Ваша честь, вы видите, подожди, как мы живем? Допустим, хорошо, мне ничего не надо. Я не собираю эти материальные ценности, ты правда. Ты себе противоречишь. Но даже если я тебе их отдам, как ты их продашь? Отнесешь в ломбард как лом? Да? Ваша честь, моя жена меня не слышит. Поэтому я бы хотел пригласить маму Ники, возможно, она услышит именно ее, пригласить Лапину Зинаиду Сергеевну. Да. Хорошо, Лапина Зинаида Сергеевна по ходатайству ответчика приглашается в зал. Может быть, она сейчас выяснит, что... Спасибо. Поможет нам. Лапина Зинаида Сергеевна, пройдите в зал сюда. Какое вложение? Все меряется деньгами, по-твоему? Да нет, я уже забыла, господа, ну давайте перестанем ссориться. У нас свидетель Зинаида Сергеевна. Да. Как вы считаете, брак вашей дочери можно сохранить? Можно и нужно сохранить. Ваша честь, не слушайте мою безумную дочь. Не разводите ее с моим зятем Левой. Этого вообще нельзя делать. Ника, подумай, пожалуйста, о дочери. Как будем жить дальше, я не знаю. Это сокровище, которое нужно беречь и держать в руках. Ника, вот понабегут молодые ушлые и уведут от тебя. Что будешь делать? Мам, ты вообще себя слышишь? Я ухожу от него, я развожусь с ним. Мне абсолютно все равно, как он будет жить и с кем он будет жить дальше. Ты уже и так понаделала глупости, Ника. Очнись. Да как раз-таки сейчас я и очнулась. Ника, она, ваша честь, она ушла от Лёвы и уже 3 недели живет у меня дома вместе с моей внучкой Дианой. А у нас такой контингент во дворе, ну просто невозможно. Мою внучку просто загнобили за ее красоту и за хорошую одежду. И чтобы как-то реабилитироваться там с детьми, с другими, она отдала свой пуховичок с мехом другой девочке. А у этой девочки мать алкоголичка. Она на улице торгует рыбой вяленой возле ларька. Что за поступок? Ну хорошо, вы считаете, вся что ваше вся благополучие мать зависит от вашего зятя напрямую? Конечно, напрямую зависит от моего зятя. Я же всю жизнь проработала на швейной фабрике. Вставала в 5 утра. Готовила кушать, у меня же 3 детей. Готовила еду, потом бежала на смену. Со смены прибежала, на морозе мерзла. У нас же автобус приходится ждать. Стояла на остановке, по 40 минут ждала этот автобус. Со смены бежала бегом, чтобы накормить детей, пожарить, парить. Хорошо, хоть Ника еще смотрела за младшенькими. Ваш зять? Да. То есть финансирует не только свою семью, но да, еще и вас обеспечивает. Ну, вы, наверное, не транжир. Да. Ну, он всю семью нашу тащит на себе. Всю семью. Мне ежемесячно 20 тысяч на карту кладет. Вон Никиной младшей сестре постоянно по 15 тысяч за колледж выплачивает. А моему младшенькому, Петьке, он устроивал его в автосервис. И сейчас тот работает прекрасно. Как же мы будем жить без него? Я вообще не представляю. Да. Вероника Андреевна, ну то есть ваш супруг является тем стержнем, на котором вся ваша семья держится. И сестра, и мама, и брат. И да, вы сейчас хотите всю свою семью сделать несчастными? Ваша честь, это просто какая-то человеческая несправедливость. Как ты можешь, когда это закончится? Я всю жизнь тяну вас на себе. Я достаточно сделала для всех. Мало того, что я с детства выполняю твои обязанности, Ника, смотрю за права всеми детьми. Понимаешь, так теперь еще я должна жертвовать собой и жить с нелюбимым человеком. А ты думаешь только о себе. Ника, я думаю о всех. Неправда, о нас. Неправда. Ты у тебя еще о себе, сестра, у тебя еще брат. Ты думаешь, Ника, ну и нельзя о своих так доходах, поступать. И о том, это исключительно
исключительно материальные у тебя мысли. А я ничего нет, не Ника, хочу. Я думаю обо всех нас. Неправда. Я нет, хочу Ника. Просто жить с любимым человеком. Мне больше ничего не нужно. Ваша честь, какой? Я вас вот очень вот твой прошу. Любимый человек. Пригласите, пожалуйста, Осипова Дмитрия. Он разъяснит ситуацию. Он докажет, что я не могу больше сохранять эту семью. Хорошо, по ходатайству истца приглашается Дмитрий Осипов. Ника, пожалуйста, одумайся, пока не поздно. Я тебя умоляю, я Ника. Я устала от корысти. Осипов Дмитрий, пройдите в зал сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Григорьевич, вы в качестве свидетеля приглашены в процесс. Скажите, пожалуйста, в каких отношениях вы с Вероникой Андреевной? Ваша честь, мы с Никой любим друг друга. 10 лет назад мы были студентами, и у нас был роман. Но так случилось, что... Я женился на другой девушке. Она забеременела, я не мог ее бросить. Ну, то есть с ее мужем, со Львом Николаевичем, вы также знакомы, да? Да, мы были студентами одного курса. Все на одном курсе. Угу. Но все 10 лет, сколько я состою в браке с Марией, я не был счастлив. Но сейчас судьба дает мне шанс. Я люблю Нику. Я люблю Нику. Вы 10 лет назад расстались практически, после этого обзавелись семьей, Вероника обзавелась семьей. А вы когда опять начали встречаться? Когда ваши чувства возобновились? Примерно 8 месяцев назад, Ваша честь, Ника приехала в Москву к матери. Пришла к нам в гости. Мы живем недалеко, мы посидели. Я решил ее проводить, посадить в такси. Но вместо этого мы начали целоваться, как безумные. На следующий день встретились. Что? И поехали в гостиницу. И после этого, каждый раз, когда была возможность улизнуть от семьи, мы встречались. Я люблю Нику. Я идиот, что упустил свой шанс. Но судьба дает мне возможность. Клянусь, Лёва, я ничего не знала. Когда Ника приезжала ко мне, то она бежала к подружкам. Я и думать не думала, что она шляется с этим Димой. Лёв. Да как так можно? Лёв, мама правда ничего не знала о наших отношениях. Я не посвящала ее в это. Ваша честь, можно пригласить жену Дмитрия, Марию? Она прояснит ситуацию. Дмитрий, ты не будет возражать? Нет, я не возражаю. Хорошо, Марию Юрьевну Осипову также приглашаем в зал. Осипова Мария. Пройдемте в зал сюда. Здравствуйте, Мария Юрьевна. Да, здравствуйте. Ну, вот так вот вы рядом с супругом стоите, а он объясняется в любви другой женщине. Как я понимаю, вы все однокурсники. Да. И вы вообще в курсе, что ваш супруг влюблен в его бывшую студенческую любовь? Да, Ваша честь, я в курсе. Я знаю, что... Ника очень любит моего мужа. И, к сожалению, ну, брак уже их не сохранить. Или, не знаю, к счастью, может быть. И я, кстати, не злюсь на Нику. Я уже как бы про эту любовь, да и все мы на курсе знаю очень давно. Мне ее, кстати, даже безумно жалко, потому что ну, у человека просто безумная с юности любовь. Еще когда мы даже там создавали семьи, что мы с Димой, что Ника с Левой, да и Ника творила какие-то вообще безумства, она там какие-то длиннющие ночные стихи писала, потом она их сжигала, просто бредила моим мужем. А как-то, значит, Лева уехал в командировку, я приехала в Питер к Нике на ночевку, и она у меня стащила мобильник и прям сидела, рассматривала фотки Диме, нацеловывала вот, значит, экран мобильника. Ну, как бы, ну, вот такая безумная любовь у человека, ну, что поделать. Ну, вы так об этом говорите, то есть вы свою семью практически приносите в жертву чувствам другой женщины. Мало ли, что она любит. Ну, Ваша честь, как бы я тоже не без греха. Я в свое время, ну, как бы насильно, можно сказать, женила на себе Диму. Я специально забеременела. Но, как бы, счастлива особо не была. И я думала, что вот у Ники-то с Лёвой все в порядке, они в достатке живут, все хорошо. И тут недавно я узнаю, что Дима-то, оказывается, встречается снова с Никой. Приходит поздно, пахнет от него ее духами. И причем это всегда совпадало вот с теми днями, когда Ника приезжала к своей матери. Ну, как бы тут как бы уже ну, вы понятно. Не пытались поговорить с мужем, как-то образумить его, поговорить с ней?
Ну, я приходила к Нике, я ей сказала, слушай, если Дима от нас уходит, то как бы я не знаю, на что я буду кормить наших детей. Просто потому что... А сколько у вас детей? У нас две девочки, одной 9. То есть у вас два ребенка, да? И вы так легко отпускаете мужа. Нет, я не собиралась. Не планировали. Понимаете, у нас такая ситуация, что у нас, ну, как бы у Димы постоянно перебои с деньгами, очень туго с работой. И как бы, ну вот, Ник спросила, мол, ну как бы, а что там с питанием? Ну как бы я честно сказала, что, ну вот я своих детей там 3 раза в день кормлю, как бы картошкой с макаронами, ну просто на фрукты, на мясо, ну просто нет денег, ну нет, неоткуда брать. И Ника, она дала 50 тысяч рублей, я просто остолбенела. Я как, не знала, что сказать. Она еще извинилась, она говорит, ты извини, у меня больше нет, я тебе в следующем месяце дам 100 тысяч рублей. Вы представляете, какой как бы, ну, тонкой души человек вошла в мое положение. То есть для того, чтобы вы что-то лишнее купили детям, позволили ну, чтобы себе они могли, что-то там, вкусное. Яблоки, не знаю, там, мандарин, ну, апельсин, ну, что-то элементарное. Ну, просто у нас... Правильно я вас понимаю, что вы на нее вообще зла не держите. Мы с Никой поговорили, как бы, честно, ну, как бы, открыто. И, ну, знаете, ну, типа она, что ли, ну, компенсацию мне, что ли, отдает за то, что Дима от нас уходит. Ну, понятно. То есть в качестве алиментов вы берете деньги у любовницы своего мужа, потому что у мужа вообще ничего нет, а она вам что-то дает. Ну, как бы, вот, понимаете, я вот в этом, честно говоря, ничего не вижу, потому что я считаю, что это по справедливости. Да, но это детям, кормиться. Но это да. Детям в любом случае и пойдет. В любом случае, да, мы как-то ну, должны существовать. Вы да, же не на водку потратите это наверняка на детей. Ну да, да. Я просто пытаюсь понять, вот ты мне говоришь про алименты, Ника, да? А Дима на своих двух дочек, что ну, как? Лев, ну как ты понять не можешь? Что я не могу понять? У него денег нету, а я не могу. Ты ну, понимаешь, это, конечно, я себя объясняю. Ника, виноватая в том, что Ника, я... Ника, да это да же черная дыра, мам, дыра, ну, дай, Ника. Лев, ты понимаешь, я себя буду чувствовать виноватой в том, что я Ника, лишаю детей отца, меня. Что у них нет денег на существование. Это любовь, Лев. Любовь? Я, да, я его люблю и хочу помогать Ника. Ему. Что, мам? Так ты давала те это деньги, которые... Это черная дыра. Лев, ну вот не лезь. Я понимаю, ты скупой мужик. Подождите, подождите, господа. Вот у меня вопрос к Дмитрию Григорьевичу. Дмитрий Григорьевич, я понимаю, что вы любите какую-то женщину. Но у вас есть ответственность перед детьми. Вас не смущает? Что за деньги другого мужчины да. Кормятся ваши дети. Да. Вы у этого мужчины уводите жену и еще соглашаетесь с тем, чтобы она передавала его деньги вашим детям. Ваша честь, ну как с этим можно смириться? Мне тяжело это принять. Но приходится, что, да? Что приходится. Ника платит алименты Маше для девочек. Ой, но Ника, самое Ника. Главное, чтобы что женщины же ты были творишь? Довольны. У меня, наверное, последний шанс остался. Я прошу пригласить Завьялову Тамару Юрьевну. Это сестра Маши. Возможно, хотя бы она откроет глаза. Хорошо. Завьялова Тамара Юрьевна по ходатайству ответчика приглашается в зал. Завьялова Тамара Юрьевна, пройдемте в зал сюда. Не делай этого. Я тебя просто сейчас не узнаю. Здравствуйте, Тамара Юрьевна. Ты жил со мной все это время. Скажите, пожалуйста, что вы можете сообщить суду по поводу расторжения брака? Я кое-что узнала буквально недавно. Где-то там 2 месяца назад, ну, месяц-два, я встретила ребят. Нику и Диму около гостиницы. Ну, они выходили из гостиницы, такие счастливые, влюбленные, за ручку держатся, обнимаются. Просто любовь. Я опешила, я потом с Никой созвонилась, мы встретились, я к ней подхожу, хотела просто растормошить, то что делаешь? У тебя же семья, а у него тоже семья. Она так беспечно улыбающаяся мне, ну ты знаешь, мы я развожусь, и Дима тоже разводится, у нас все будет хорошо, мы будем вместе. Я не поняла, ну как же ты, Ник, собираешься оставить детей Машиных без отца, как они будут жить? И вдруг она мне поведала историю. Оказывается, Ник получил наследство от дяди, который проживает в Питере. Неприличное такое наследство, так я скажу вам. Это квартира, прекрасная квартира, в суперрайоне, огромная, шикарная. Ну, я думаю, что стоит она где-то 15 миллионов. Вот. Это все деньги. Ника запланировала, она подумала, такая есть история. Она ее продает, эту квартиру, денежки все. Моей несчастной, бедной Машеньке, сестреночке, чтобы она уже, собственно, поставила так детей, это же квартира детей моего, на ноги, моего детей своих, которых брата, хочет Дима Семёна. Бросить. Ника,
Как ты можешь распоряжаться? Чем? Простите, Тамара Юрьевна, это ее наследство. Если дядя решил, что именно она будет наследницей, Ника, это его решение. Ника, тебе лечиться выбор. Надо, а не разводом я заниматься. Совсем с ума сошла. Упреков и советов со своим имуществом. Что ты творишь, а? У меня есть еще, что сказать судье, у меня есть еще кое-что, что вам поведать о них, об их плане. Это еще не все. Какой план вы имеете в виду? Значит так. Буквально недавно девчонки моей племянницы рассказали мне следующее. Мама просто разболтала, и они мне сказали, что, видите ли, мама собирается... Это девочки и дочери девочки, вашей да, сестры. Мои племянницы, дочки моей Машки, моей и сестры. И Дмитрия. Да, Мария. Они, оказывается, радостные летают, прыгают, им скоро одежду новую купят. И мама пообещала уже их отправить в отпуск, они пойдут на моря. Я еще подумала, ну окей, классно, но на какие шиши-то? Что же, Машка у меня лотерею, что ли, выиграла? Я не знаю, с чего бы вдруг с небес я опять на ее голову денежки упали. И что вам девочки рассказали? Ну, оказывается, девочки, вот прям слово в слово от матери просто передали мне слова, что их мать, то есть что существует некое добро, Ника, которая так любит их папу. И скоро они на денежки ее же купят новую квартиру. И в их семье появится недвижимость новая. И будет у них все замечательно. Да, Маша? Маш. Ты идиотка. Ника. Зачем ты рассказала дочкам? Дима, вы хотите забрать деньги Вероники Андреевны от проданной квартиры в Питере, от проданного наследства и вдвоем с супругом? Нет, не у меня планы. Это я, Дима, поняла, что это ты у нас вроде как собираешься, да, загробастать все Никины денежки, да, и свалить. Что думаешь, я тебе это позволю? Нет, дети твои, ты их и обеспечивай. А куда вы ехать-то собрались? Вы можете сказать? Я на планшете. У своего мужа. Недавно смотрю, а у него уже забронирован билет в Стамбул. Один. А как мы с девочками, ну, интересно, Дима, будем? Дима, какой Стамбул? А как же я? Я хотел съездить в Стамбул, чтобы посмотреть. Купить, он мошенник. Купить дочкам. Какой мошенник? Я хотел купить дочкам и Маше домик. Ну вот, ты неправильно понял. Он меня любит, он меня никогда не предаст, конечно. Он никогда не подведет. Конечно, мы будем жить долго и счастливо вот вместе. Вот кто тебя любит. Понимаешь? А деньги — это что? Любовь деньгами не измерит, Лев. Ника, я знал, что ты недалекий человек, но я не представлял всей глубины твоего идиотизма. Разводите нас. Разводите. Да, Ника. После развода я подам иск об определении места жительства моей дочери. Что? Да, Ника. Распрощайся со своей богатой жизнью. Теперь будешь стоять в переходе с протянутой рукой. И вся семья наша будет возле тебя стоять, тоже руки протягивать. И вся семья. Вот так вот, достукалась? Эх, хорошо, ты, суд удаляется, Ника, для вынесения решения. Оглашается решение суда. Суд вынес решение иск удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Произвести раздел супружеского имущества. Признать за каждым из супругов право собственности на 1/2 доли квартиры. Взыскать с отца ребенка в пользу матери на содержание несовершеннолетней дочери алименты в твердой денежной сумме, равной 3-кратному размеру прожиточного минимума, установленному для ребенка ежемесячно до совершеннолетия дочери. Решение суда вам понятно? Да, Ваша честь. Судебное заседание объявляется закрытым. Ой, ну как же так?